Всем привет, дорогие зрители, подписчики наших каналов. С вами снова мы. Мы. Хорошо представились. Продолжаем что? А мы продолжаем выбираться из Хорватии. Потому что в Хорватии делать больше нечего. В Хорватии словно абсолютно все. Почти. Вот теперь абсолютно все. Кто эти люди? В Хорватии нет футбола, нет больше злого властелина Саурона. А еще там больше нет экономики. Мы испортили Хорватию, теперь надо убираться отсюда. Следующий пункт – Болгария. Обожаю эту страну. На самом деле нет. Почему? Что там бипает? Что тут говорит бибипкает? Why? Иначе, говорит, ты убьешь кого-нибудь. Если так только. Среди прочего, то здание, из которого бьют молнии, оно скоро взорвется, поэтому... Ну, это было очевидно, может быть, там были. У него до сих пор бомбят. Вау. Вау, что происходит там? Опять кто-то убежал? Воу, тут кишки летают. Что я пропустил? Меня обидели. Я пропустил кишки. Обед. Пришлось применить. Ого. Плохие дела, предчувствую я. Во. Воу-воу-воу, сломай это корыто, детка. Я, говорит, тебя сейчас сломаю, поговори тут мне. Капец, что он наделал? Он идет за нами. Он идет за мной. Его дети тут. Это были его дети. Он не умер, он меня... Капец, у меня столько оружия. Сколько? Довольно. Оу! Моя нога. Как же я без ноги-то? Так, надо затыкать, да-да-да. Да, заткнитесь. Заткнитесь все. Ты не то делаешь. Оу, он сломал машину, она просто вообще улетела. Парень, не мешай. Капец, ты понимаешь, что у нас теперь машин меньше, чем дыр? Нам больше и не надо. Потому что он... Тупо выкинул одну за пределы карты. Пёс. Смердевый. Вау-вау, со всех сторон. Это было реально больно и обидно. Короче, что-то как-то... Давай. Запорожец решает часть проблем. Хорошо, ты там, мол, нормально пострелял пока, нет? Пока да. Окей. Пока да. Он так гоняется с тобой. Мне кончилось. Дай сдохни, ты замок. Нет, don't я. Don't fucking die. Oh, motherfucker. У нас есть еще бочки? No. Все расходовал. Подожди, там же бесконечные гранаты лежат, нет? Да? Или что это там такое? Надо только гранату попробовать, попали в нее. Что это было? Хорошо вошло. Тарбали. О, он смёр. А, нет, это не он. А, это патроны. Бесконечные? Патроны на пистолет-пулемет. Круто. Меня убило унитазом. Да, у меня опять было несварение. Он гонится за тобой. Он весь истекает, поэтому скоро он умрет. Давай, Тёма. Ломай вот чертовой батери. Вот единственный столб на улице, он врезался. Что делать? Да ты сдохнешь, нет? Cover me. Не больно совсем. Говно. Тёма, давай выманиваем его на эту херь. Вот так. Удачно поставил. Красавчик мага. Мага красавчик. Приору подарю. Вот там летят кто-то. Кто там летит? Этого зря. Этого очень зря. И ты тоже это зря. Капец, я ничего не вижу. Там нет уже никого. Говорит, у них есть пулемет. Подожди. Наша?
Это был я. Нет. На крыше был, точно не ты. Почему? Да? Yes? Or not? Окей. Еще один замок. Тёма. Nothing here. Тёма, ты знаешь, что делать с замком? Ну, нужно что-то сделать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сделал гадость сердцу радости. Я там не при делах был. Чё, как дела, Тёма? Как оно живется без двух ног? Я по кругу прошел. Смотри, зато здесь... так, как я тупо соображаю. Так, не в эту сторону. Do not go in there. Do not go in the Iraq. Руки прочь. Руки прочь от Big Daddy. От Big Daddy. Чё, ты куда попал? Там есть что хорошее? Ой, хорошего ничего, я тебе скажу. Тёма, прости, я не могу от этого отказаться. Воу-воу, так, смотри. Я жив. Я жив, мать его. Капец, как ты выжил-то вообще? Magic. Magic Goody. Оу. Я утонул. Утонул? Я утону с тобой. Я не могу выйти. Я не могу выйти. А, фух. Воу! Воу, так. Тихо. Блин, у меня нет гранат больше. Лезься в воду. Чё там прилезло? Ага. Буду присевать, полчаса сижу. Да, блин! Дальше ты сам. Зачистка. Окей. Что еще скажете? Что там? Как дела? Ну, знаю, мне норм. Только не могу тут залезть. Ух ты, какой ты. Портал. Рукастый. Портал-то портал. Так. Черт. Напрыгать, что ли? Тёма, не толкайся, пожалуйста, то я сейчас упаду, и мне придется обходить все. И? Я это и добивался. Да, свидание. Вообще-то я был не при делах. Я птичку нашел секретную. Она даже становится вкуснее в два раза, да? Нет. Видим просто всякие интересные спецэффекты при его потреблении. О, чёрт! Я повторил твою ошибку. Да ты играть не умеешь. Надо так. Я вас боюсь. Так, ну там реально такой еще тупее. Такой. Кинь, говорит, соломку через правое плечо. What the hell? Такой здорово подходит, там пальцем такой. Сам отвернулся к окну. Потом. Я не умею. После всего этого такой. Да ты трус, говорит, оказывается. Так и тут. Я это сделал. Давай, Тёма. Давай, Тёма. Давай. You did it, ой. Сейчас как такие страшные. Итан, там кругом лучи, Итан. Итан. Это да, там кругом. Да, свидания. Это было очень страшно. Вот так вот, дети. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Александр Невский скул. You laugh at me, I fuck you. Любич. Да конечно. Я уже все подзорвал там.
Конечно, все подзорвал. Вот я лежу. Афроамериканская девушка. Симпатичная, кстати, я. Круто быть тобой. Да, включим свет просто. Так будет проще. Конечно. Что это за ты кто вообще такая женщина? Так, поехали! Просто опять вылетело, поэтому он, как обычно, взвинчен. Что там? Что ты нюхал-то, кстати говоря? Что за порошок ты говорил? Этот как его? Стиральный. Тайт. Чистота? Чистота. Каким порошком ты теперь будешь стирать? Зубным! Правильно, мать твою, как же долго я тебя учил. Жаль, что мать не увидит. Воу! Оу! Алекс, не дыши. Алекс такой, а что это такое? С дороги, мать вашу, долбанный комбайн, вы все умрете, вы смотрите, просто поразитель. Поразители, так будет с каждым. Открой дверь. Открой. It doesn't open. Открой теперь. А что изменилось? Попробуй обратно его воткнуть. Подожди. Этот провод идет обратно вниз. То есть... А, вот. Возвращайся. Алекс, на возвращайся, тупая корова! Отлично. Мы на улице. Мина. Спись нас. Главное, убежал такой, там выходит, вроде мины нету. Пиздец! Окей. Кто еще что хочет? Ого. Там с гранатомет. Вау. Не слабо. Стационар. Я все понял, я стою здесь. Воу. Что? Что? Ааа! Ого. Капец. У них, видимо, либо слишком много ракет, либо они тупые. Ну, блин. Они убивают по человеку с одной ракеты. Это вообще... О, там сейчас взорвется и что-то будет. Давай туда кинем... мину! Это было больно. Во, пошел процесс. Во, хорошо пошел. Видимо, к дождю. Ей! Да твою бать! Убейте его ракетой. Именно ракетой. Но они по-другому не умеют. Брутальные парни эти хорваты. Извините, чуваки, мы скоро уедем. Вы все почините. Жизнь наладится, парни. Мы скоро выберемся. Ненавидим этих футбольных фанатов. А я сломал нашу столицу. В этой стране навсегда. Там траур неделя. Молчание каждый час. О, здравствуйте, мужчина. А что делать-то? Это же этот, как его... The fuck is this? Как его? Блин, не могу вспомнить, кто это. Я вообще не знаю, первый раз вижу. Нет, на актера похож. На актера? На какого? На старого американского. Да, неважно, короче, пошли. Он нет, назад. Нет, актера. Выдумываешь ты все. Ну ладно, бывает. Мужчина, дверь откройте. Скажи пароль. И проходи. Дэр пароль. Дэр пароль. Сзади ящик такой. Прилетает. Это пароль оригинальный. Вон, короче, пишет про то, что... Протеин что-то, давай послушаем. Да, теперь, говорит, вы можете размножаться. Одесса? Господи, ну Одесса ж, я ж сразу говорил. Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Что такое? А смотри, какую они сделали после того, как мы, в общем, все это заварили, что они сделали в этой стране. Они прикрутили все телевизоры, мы не можем взять его. А мы все еще можем их... Мы не можем его сломать. Господи. Они забронировали они и прикрутили. Серьезные меры после нашего приезда. Хорватия, ты уже не рулишь. Придется искать другую страну с более податливыми телевизорами. Но мы все равно, мы то, что не можем взять с собой, мы испортим и понадкусываем.
Короче, в ближайшие дни... Ты смотри. Чё? Тёма посмотрел на того парня у дверей. Он такой испуганный и смотрит на нас такой. Даже отошел. И ты смотри, с ним девушка рядом еще более испуганная, такие, бля, какого хера происходит? Бля, она в позоре так. Я хочу домой. Мама, что я тут делаю? Мама, спасибо. Это ж те самые. Сишь ты, я ищу. А чё ты дёргаешься, стоишь? Нормально. Я просто сделаю вид, что я ничего не замечаю, может, они уйдут. Пойдём, а то сейчас там реально обосрутся. Уже пованивает начало. Вообще, по скрипту мы тут ещё не должны были пройти, даже пока он не договорит. Но он отошёл тактично. Решил, ну нахер. Закрыто, не поддаётся. Воу. Что-то стало. О, вау. Опять эти какашки полезли, смотри. Крабик. Дау. Что? Вот. Так, ну, хорошо. Иди вперед, а я безопасствую. Я знал, что это произойдет. Я знал, такой подлян, как это будет. А ну почему бы еще я бы тебе сказал, иди вперед? Тебя убили? Убили, у них кроватью задавили. Тебя просто не убили, кровать просто подпрыгнула и убила тебя. Хорватские кровати. Они могут. Окей, ты живой? No, а вот теперь да. Так. Ого, Алекс, телепортируйся к нам. Барни! Барни. Третий Барни за уже очень короткое время. О, это не боится. Это и норм. А в этой квартире проблему решили кардинально, понял. Они отказались от телевизоров в пользу старых радиоприемников. Ну посмотри, вот, системный блок, радиоприемник. Слушай, ну это ж не спасет их никак. Мы можем стулья воровать. Батареи. Цвет мед как-никак. А ну да. Да, но нет. Keep moving! Барни, keep moving, girl! Let's go there! Барни стрелял из ракетницы, нет? Барни. Из ракетницы? Кто только не стрелял, они все с ракетницы. Дураки вообще. Вообще, дурак! Дурак! Ваша мебель просто отстой. Даже выстрел с дробовика не выдержит. Барни! Смотрите, говорит, сюда. Конечно. Засрали квартиру вообще. За 2 секунды. Окей. Монтировку верни, пес. Он Гордону, это моя монтировка. Давай. Fuck around. Да заткнись и дай сюда монтировку. Окей. А тебе он дал? Тоже дал. Сразу получил монтировки. Не успел дать. Увидимся, говорит, у станции. Конечно, кому ты нужен, чтоб ты сдох. Так, нам вниз или наверх? С монтировкой, я думаю, против летающей хрени не... Ого. Я даже не заметил его. Я просто понял, что кишки летят. О, твои любимые хиткрабики. Иди туда. Тихо. Получите там. Получите там и распишитесь тут. Тавсон опять воюет. Там вроде дед. Да нормально все. С багози. Это... О, это прикольно. Что больничка. Происходит? Это больничка. Это больничка, пацанчик. О, и нас здрасте. Уже тоже... Смотри, сколько их. И они все воюют друг с другом. Нормально. Да.
Там еще и окон лупит. Там здоровенная хреновина. Я за зомби болею. Ставлю на зомби. Черт, зомби проиграли. Когда я здесь, зомби проигрывают. Он даже встать не успел. Алекс, ты меня убьешь когда-нибудь. Она постоянно меня запирает в углу. Я даже комментировать ничего не буду. Я думал, там можно так. Ок. Тебя стреляет здоровенная бандура. Да, он не попал. Да? Ого. Ты живой? Да. Отлично быть тобой. Ну, что-то не люблю больницы. Короче, ну его нафиг. Я, короче, все. Оставить здесь. После Outlast'а? Да. Я не люблю больницы еще со времен Nightmare House 2. Там, ой, там тоже было неплохо. Тема, ты упал? Я взял Rocket Launcher. Везет тебе? А где ты взял? Медали. Я вот взял ракеты, а Rocket Launcher я не вижу. Посмотри, вот ракеты я туда. И Rocket Launcher должен быть. Окей. Так, да. Ну где ты там? Ты видишь ее? Да. Да. Я не вижу его. Короче, проще, я думаю, подняться наверх будет. Я попал! Ты попал? Ну ты попал. Ты попал. Делать, понял. Да, тут не очень просто в него попасть из-за этой хрени. Ну, там-то и весь смак. Тимис. Весь смак в этом и есть. Так, еще патрончики. А, хорошо. Ты поломать. Пока он себя не сломает. Ё-моё! Анжела Леона, ё-моё мама! Не-не, получи. Ты уже два раза попал по нему, да? Уже три даже. Три. Даже уже четыре раза. Дайте ракет, я только начал. Стреляй, вонючий. Не! Не! Акаха. Куда ты падаешь? Воу, хренась. Вау! Капец, смотри, у него такие глазища, такие, как это, у насекомого какого-то инсектоида. Dominated! Надо антибэк сделать. Сфоткай, типа взорвал. Оп. Типа взорвал. Ого. Что ты делаешь? Зачем? Охотник-убийца, у вас физика втекла. Смотри, он такой большой, неповоротливый. Нормально. Так, хорошо. Что делаем дальше? На кита похож. Сейчас вломится к нам вообще-то. Да, да. Да, свет. Пуш налегло. Понравилось. У нас есть граната для подстола? Нет. Это было подло. Надо как-то дверь открыть, по-моему. Алекс. О, она взяла себе дробовик. Вот это я понимаю, наш человек. Наконец-то, разродилась. Растет на глазах. Да, нет, на самом деле. Нет, черт. Иначе она взяла бы что-нибудь получше. Бич, и вы умерли. Во, смотри, а реально неплохо с дробовика стреляет. Ванну? Да? Ванну. Вот что, так же. Давай. Хочешь, неплохо делает. Че? Ого. Капец. Парень просто в панике бежал. Причем непонятно от кого. Капец, их тут. Музончик в игре такой. Вау. Я слышу только прррррр. О, смотри, горит. Мне что-то оторвало. Как же я без этого? У тебя опять монтировка с оптическим прицелом. Ой, с лазером. Лучиком подведения. Ну это всегда так. Нет. Дверь вынесет. Вынесет ей богу. Нет.
С спины подходит, оказывается. Это невыносимо. Вынес дверь. Давай. Что, открыто? Вот там пес. Да, все нормально. Там нет ничего. Что там? Черт. Кто хочет? На операционном столе, похоже, лечили комбайны, но что-то склалось. Воу-воу-воу. Слушай, меня сейчас что-нибудь так оторвет. Да я думаю, блин. Как же я без этого буду? Вау, больно. О, это ты? Я думал, это солдат меня обходит. Получи. Ирис. Воу, там еще кто-то. Ой, Тёма, Тёма, спаси меня от него. Мне, по-моему, что-то оторвало. Опять. Из ненужного? Да не знаю. У меня уже, по-моему, нужно и ненужно оторвало. Типа отрывало все. Да. Воу, сверху был. Воу! Чёрт, один хп! Укусила, она укусила. Какая пакость. Ну-ка нахер. Не хватало еще. Эбл. Эбл. Все, можешь заходить. Там много всего вкусного. Можешь взять. Теперь там все. Мертвы уже все. Да, мам, теперь я уверен в этом. Осталось проспиртовать там, бензин его облить, сжечь. Ага, тебе это смешно, они тебя укусили. Конечно, теперь ты заразишься. И через 7 дней станешь девочкой, которая вылезает из колодца. Да-да. Это мои планы на жизнь. Ау! Саново, бич. По-моему, сзади кто-то ломится. Парни, вы что хотите? У тебя есть мина? Мина есть? Нет. А, есть. А мы можем пока на другое оружие переключиться? Хотя нет, зачем? Да, можем. Все, по-моему, они не захотят оттуда выходить. Убей этих парней там внутри, а я послежу, как они тут будут выламываться. Алекс, Алекс, ты сможешь это сделать. Во, во, во. Раскидало. Да, нормально пошло. Офигеть. Во, приятная мелочь. Маленькая приятная мелочь. Блин, вообще, конечно, эффекта такого не было, их раскидало просто все. Да, все равно, все умерли. О, черт, тут вода. Ты заметил? О, oh, да, Гордон. О, oh! Да твою мать. Чё задрали? Уже все. Кто, где? Задрали эти. Самое главное, помни, мы выберемся, все будет хорошо. А, хэдкраба опять? Ага. Чуть не укусил. Тут еще барнаклов хватает. Еще я слышу одного хэдкраба где-то. Да, где-то есть. Собака, стреляй! Чё не стреляет? Барнакл, you son of a bitch! You one ugly. Мазафокер. Вау. Это было не очень умно, пускать электричество по воде. Амин, норм. Выбираться как будем, ты подумал? No. Чёртова физика, что же ты делаешь с нами? Что же ты делаешь, чёртова ты? Ау! А упадёшь и в воду, да? Ошпаренный вылетел. Подожди, у нас есть граната? А что с ним кинуть? А он возьмет гранату, нет? Должен, да. Но. Ха, он язычок такой. Не, не берет. Ну да? И ладно. Не больно-то и хотелось, на самом деле. Подумаешь, воображал, нашелся. Так. Перепрыгнулась? Хоп. Да, Тёма. Воу! Паркур! Скотина. Блин, вечно они так изящно появляются. Изящно. Да. Вовремя так. Хорошо. Но это было довольно просто, нет? Конечно. Во, осталось не упасть со второго этажа. Если мы сейчас провалимся, то это будет очень печально. Эпик фейл. Там эти опять-нибудь. Не вижу никого. Одни трупы. Они самоубились, говорят, а, эти идут. Ну нахер. Во-во-во, смотри, какие бегают. Ого, ну-ка нахер.
У тебя есть там мины, гранаты, что-то должно быть? Да, нифига нет. Сказал бы хоть. What about? Nice shot. Wow. Мин бы чуть-чуть. Было бы неплохо. А, вот, тут же мины стоят. Капец. Но он не зайдет, по-моему. Все будет нормально, не волнуйся. Так, вот это плохо. Так, хорошо. Куда они еще могут выломиться? В принципе, да. Ох, Япона, мать их там, это же, по-моему, не очень хорошо. Нормально, сейчас гранатку туда. Парни, парни, идите сюда. О, вылетел гадость. Дохни, дохни, дохни. You will die here. Чё-то там всех поубивал, нет? Пока я тут занимаюсь механизмом промышленным. О, дверь сломали. Ну и дураки. Ой, дураки. Хо-хо-хо. Ого. 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 Воу. С той стороны тоже. Я на это не подписывался. Так, с этой стороны вроде послабее. У нее там еще один. Хорошо. Тема вогал. Спартанцы! Капец, они там ломают Алекс. Да что ей сделается? Там идет еще будильник. Вы уже сдохнете, может, нет? Ладно, Алекс, разберись. Ой, здесь кто-то спал. С кем? Это уже другой вопрос. Я такой, лоудинг был долгий вообще. Как ответить? Ты убил его, ты чудовище. Давай позвоним домой. No. А где выход-то? Да вот же. Да я что-то дергал, не открывалось. Ты неправильно дергал, видимо. Смотри, током бьет. Вот такой... Ого, там. Ого, что за звуки? Рокот. Космодрома. Да, ну да. Их там штук 20, наверное. Нет, всего 2. Воу! Зато там хватает пушек. И пулик. Ой, тихо. Надолго не хватило. Хотело, надолго нет. Добрый этот краба. Вечно все портит. Капец. Есть предложение конкретное? Там эти. Есть, но там мешают. Туда. А вот давай пройти ты. Ох и сволочь. За тобой гонится противный хэдкрэп. Нормально. Нормально? Ну вот. Хорошо, они закрылись. Это хэдкраб. Где? А, вон, вон ползет. Такой противный пакис вообще. Такой фу, такой нехороший. Фу! Кама, кама, садись на угол. Давай. Он даже не попал по мне. Фак, я видел, это было цирковое преступление. Преступление. Погнали. Погнали, так погнали. О, бой. Ты видел, что там по экрану показывали? Пёса этого. Пёса. Жирного, геморроидального ублюдка. Смотри, написано техника. Где? На здании. Видимо, там техника. Не, не факт. Технику уже вообще убрали всю с нашим приездом. Ого, барни. Барни как Слендер из-за угла. Да он, блин, забухал. Смотри, он не бритый такой. Окей. Это же батлер просто. Да-да, что-то есть. Брутальный барни стал. А может, ты Джерард Батлера играл барни? Смотри, ракеты. Это мне не нравится. Не знаю. Ракеты? Да. С одной стороны, это нравится, но с другой нет. Смотри, нет. Эта картинка, как комбайны делаются. Комбайновая фабрика. Как комбайновые делаются? Поезд, по-моему, запарковали. Эпично. Нажать C дважды, чтобы позвать бойцов.
Типа увидел их лица. Испуганные. Они явно недовольны, что мы ими руководим. У него плотно сжатые губы, короче, брови испуганные. Он просто... Все, он понял, что его ждет. Хорошо. Смерть. Ты в другую сторону пошел? Не знаю, иду просто прямо. Ну давай, обезопасим дорогу. Вообще нам туда надо будет выживших повстанцев переводить. А тут он... Так, а тут вроде же безопасно. Где? О, ну где я? Ну, как раз туда, в безопасность, и нужно переводить повстанцев. Я уже тут. Кого тебе еще нужно сюда переводить? Ну, я не знаю, просто попросили, по доброте душевной мы это сделаем. Ты идешь за мной? А как это сделать? Нет. А надо? Иди за мной, да? Пойдем. А, вон, смотрите, за мной, получается, идут? Ну, наверное. Точно. Там, короче, есть такая кабинка, ты можешь пройти туда. Подожди, а, ну мне надо. Уже не идут. Они за мной идут. О. Ладно, идем, короче. Да, пойдем. Let's go. Let's go! Веди нас, говорит Фридман. А я безопасно. Пойдем, ребятки, пойдем. Давайте, парни, вы сможете. А иначе я вас убью. Да-да-да-да-да, такие, чёрт! Капец, ты просто мессия. Say hello to my little friend. Кто-то обосрался, по-моему. Это тот парень, у него такой испуганный взгляд. Явно виноватый. Ага. Думаю, такой, чёрт, но она не спалится. Давай, давай. Чфи написано, ты понимаешь, что такое чфи? Чфи? Да. Да, это было сложно. Это только начало еще. Все, я так и думал. Ох, так, уселся поудобнее, пойдем обратно. А, ты уже прибежал туда? Прилетели эти уже. Короче, сейчас будет посложнее. Алекс сел на пулемет, там уже Манхак убил. Деда, бижу, Бетхак. Не надо так делать. Можно же порезать кого-нибудь. What's the matter? You scared? Пакости накидали всякой. Да ты посмотри. Черт, мне нравился. Там была мина. Аккуратней с минами, my friend. Кого-нибудь видишь? Nope. Ладно. Хватай мужчин. Вроде тихо. Как их хватать? Не-не-не, летят, вон, летят. Да нормально, успею. Куда? Откуда же лук? С крыши он видишь? Выше, да. Ого. Let's go! Веди, веди их. Я тут пока... Я тут пока вроде как норм. Ты их провел? I don't know. Да. Давай, давай. И двое все стало. Двое? Остальные о, где? О, черт, тут сейчас будет эпично. Ты мне нужен. Так, тихо. Ну, я даже не знаю. Я, правда, нужен тут? No. Я ж, ну, нужен. Как же я тут бы справился без тебя? Ты что? Ага. Ты был нужен мне. Мелочи неприятно. Слушай, а эти куда делись? Они все сели в поезд, они сейчас поедут. Вон, видишь, на крыше там отстреливаются. Ну да. Клевые пацаны. Там еще остались люди, нет? Да, по-моему, нет. Ну, судя по всему... Че? Get the fuck out of my way. И... Все еще не открывается. Может, еще остались? Видимо, да. Хорошо. Вроде там двое только было. Чуть только двое пошли. О, щит. Да ща, привет. Давай, Алекс. Разоралась там. Раскомандовалась. Смотри, говно какое. Ой, там снайперы. Все очень плохо. Где снайперы? Там снайперы? Ох, меня убили. Неплохо, так они тебя убили. Мины сейчас скинут. Я сейчас скину мины. Я им сейчас скину. Я тебя скину, гадость такая.
Берешь, короче, мины и заталкиваешь их. В очко. Я тебе сейчас твои мины. Где он? У меня развалилось. У меня что-то отвалилось. Офигеть, я там. Я следующий, говорит. Как же я без всего этого? Подожди, не вылезай, пока я... Вот да, все, вот. Я вылез. Ты вылез. Теперь я залез. Да нет, походу так не работает. Да как не работает? Должно работать. 8 ракет туда, в перду. Ты ожил? Ноуп. Хреново. Вот теперь да. А ему вообще... Мы не можем попасть, просто... Прям вот теперь он умер. Да? Все. Круто. Молодец, сучи. Молодец. Кто там еще появился? Ну, Эдди Гага. На, четко, бля, и повис. Вот это я понимаю, на опережение сработал. Видал? Парень. Да, висит. Это вообще было супер круто. Ого, их там еще толпучка такая. Слышь, вы что тут, очередь? Паломи. Офигеть, на самом деле. Они вроде 4 все штуки. Все, последняя партия, похоже. По 4 штуки в ряд. Я подлечу чуть-чуть, я сегодня против. Сами справляйтесь там. А, нет. А нам норм вообще. Оу, зараза. Эй, парабан. Мистер Красота. Что творится? Что творит, а? Что у тебя там происходит? Все нормально? Да пока да. Мы просто поезд завалили, нам придется идти в обход. Окей. Дураки. Дураки. Дурак! Такие парни опять испуганы все. Я бы тоже боялся. Все боятся Нию. Давай. Нию. Так, вот мы тут спрыгнем. Тендерпальды, спрыгнем. Давай. Прыгайте, дебилы. Алекс, идите, не замерзаешь. Хуриап, говорит. Хуриап? Сама на хуриап. Малая хуриап. Так, хватит обзываться уже. Альянс поднимает тревогу. You kill people. Альянс, прекрати. Что ты делаешь? Что-то там все? Да, вроде. Норм. О, там война пошла. Yeah. О, ты бы видел. Парень ходит, просто опустив дробовик в одной руке, короче, вторую руку выставив в сторону, Алекс по нему стреляет. Очень Терминатор. Terminated. Т-200 какой-то. Я, кстати, читал недавно про всякие, про ранние модели терминаторов. Какие они были отстойные. Да, не помню, на пикабу, что ли, еще где. Скинешь потом ссылочку. Да, у меня картинка есть. Там как этот в форме картинки был, короче. Начиная с самых первых моделей. Терминатор в форме картинки? Нет, там, короче, просто модели и их описание. И все это в формате JPEG. Нормально, скинешь потом. Ага. Ну и что мы тут... Да ты где вообще? А вот, а что мы тут делаем? Ну, как бы... Мы всех отвели, нет? Да что-то они сидят, втыкают. Наверное, еще. Еще? Нет, наверное, надо отбиться просто. Ну, потому что там мы уже не пролезем. А не, пролезем. Да блин, сколько их там, задрали уже. Капец, эти долбанные люди. Вечно хотят, чтобы их спасли. Ау. Вы слишком многого хотите, говна. Не, на самом деле, вот так вот. Людям поможешь, да, они сядут на шею. Один раз сделаешь. Ого. Ого, ого. Так, там мне джип, нужен дробовик. Это не джип, это... Давай. У него что-то... Ты откуда ты взялся-то? В палате царской. Моя нога. О, моя рука. На, получи. Там на крыше пришли, лучше их снимать. Все, готов, парень. Сейчас, ракеты. Где вы? Где? Кто? Да где? Та! Да он там прячется за этим броневиком. Веди людей, Тёма. Come on! О, come on! Там еще летят, давай быстрей.
стою, но лечиться надо. А там полечишься, там есть лечилки. Окей. Парни стоят на месте. Они бегут? Да черт, что такое? Упс. За мной, обезьяна. Вы идете? Нет. О, война пошла. Что-то они, короче, не... Ну! Они не идут. А если мы пойдем вот сюда, то они, может, пробегут? Да нет, что-то они вообще стоят мертво. Мертво. И бджолы не гудуть. Мертвые бджолы не гудуть. Ты какого хрена? Я же говорю, надо подлечиться, они за инвалидом просто идти не хотят. Не внушает доверия. Что опять? Опять кто-то появился. Они засадили. О, пошли. Давай. Пошли? Да, они пошли, отлично. Видимо, кого-то надо было убить просто еще. Значит, что последняя партия. Кого только не убили. Последняя партия кокаина. Мы просто... Они же не знают, что мы их в рабство везем. Парень, давай. Парень, иди. Молодец, парень. Молодец. Парень, так, сейчас взорвется. И сейчас будет все эпично. Да капец, они какие-то бронированные. У них даже с револьвера не с первого выстрела заходит. Сволочь. Там нет мин. Вернее, мины есть, а людей нет. Мин нет. Ну, мин это очень хорошо. Подожди, а где парень? Ну, один за мной. А второй где? Вторая там девушка была. Она еще-то... Парень только идет, девушка. Да, тогда там вылез один, получил. Короче, спасай кого можешь, а кого не можешь, не спасай. I'll do my best. Но он не идет тоже. Он без нее не поедет. Да блин, еще горит, иди, види. Вот. Кто там опять? А, это к ней? Ну ладно. Да сколько их там? Ну. Так капец, куда я опять? Тема, ты где? Ты видишь кого-нибудь? Да, но... Альянс запрашивает поддержку. Предсмертный стон. Вот, все. Тут есть еще кто? Да, еще есть. Да капец, вы просто издеваетесь, что ли? Почему вы не можете по 4 бежать? Нужно по 2 гвоздить вас. Почему вы вообще не можете по 8 бежать? Или по 16? Там маленькими порциями тут. Солнце слепит. Они идут, нет? По-моему, кто-то умер. Никого? Никого. Вот какая-то девушка. Уйди, да. Спасибо большое. Я веду? Я не веду. Ты ведешь. Они за мной идут? Да. Первый раз в жизни за мной кто-то идет. Не стреляй, женщина. Они это идут мой... за тобой. Это мой первый последователь. Ну, я вижу только одну мадаму, которая идет за мной. У меня в отряде один просто. У тебя есть там отряд? То же самое. По одному ведем, короче. Ну, нормально, по-моему. Будьте здоровы. Зиба! Нет. Смотри, со спины пришли. Они что, упоротые, что ли? Кто же со спины нападает? Кто же со спины так там подходит? Сейчас опасно. Я опять упал. Мы почти выбрались. Капец, там стрелял. Так, ну если Барни уже пошел, то это значит последний. Уже Алекс нету, значит все, это последний уже. А та девушка, которая со мной была, она убежала вперед? Просто у меня ее нет. Ее либо убили... Уже походу плевать. Ого. Что это было? Я это видел. Барни, ты брутален. Ты дверь-то закрой. Тебе, господи, все. Хорошо, ребята, вам, по-моему, пора уходить отсюда. Алекс такая, вот у нее приколюха такая, она все током дергает, глаза закрывает. И таким образом взламывает абсолютно все. Вот это, сволочь. Видимо, очень сложная техника такая. Да. Требующая точной настройки. Она просто током шарашит. О чем думали комбайны вообще, когда строили свои замки? Пока, Барни. Они думали об Алекс.
Барни. Барни такой чуть не уехал. А как они прошли через это сдерживающее поле? Я не знаю и знать не хочу. Ух ты, Алекс. Алекс, прекрати, что ты делаешь. Алекс, иди сюда. Алекс, иди отсюда. Зачем ты ее трогаешь? Нет, она просто лезет. К тебе? Да. Ой-ой-ой-ой. Во, открывай быстрее, открывай. Я пытаюсь. Да почему я не могу залезть? О, маляк. Все очень плохо. Ты не открыл дверь. Я сломал. Что будем делать? Нет? Я куда-то бегу. Вау, Тёма. Чёрт. Воу. Ни хера не вижу, все в дыму. Да нормально. Ты идешь со мной, нет? Тут вот проход. Да. Давай, погнали. Ого, тут какая-то прибыла прикольная. Это капсула с этим. Капсула смерти. Капсула с крабами. Смерти. Давай, норм. Ади дебидит нас. Ади дебиды. Что в принципе правда. Так. Точно. Воу, что-то помялось. Ты видел сзади, что помял? Фа! 1%! Охереть. Так, я постепенно прихожу в себя. Ты не убил эту пакость. Введено противоядие. Обнаружены нейротоксины. Подожди, а что дальше? Ты... Дальше давай в него стрелять, я не знаю. Нет. Один патрон. Можно было сделать проще, открыть дверь, нет? Ну, окей. Ты откроешь дверь сегодня, нет? Так, надо бежать дальше. Не знаю, хорватские средства по разгону фанатов, по-моему, довольно брутальны. Согласен. Да, вот такой, ты видишь, какие звуки у него в ней, слышишь? Ну ты понял. Я не знаю. Я нашел аптечку. Че в меня-то стрелять? Он же главный. Так, окей. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Там наверху парень бегает. Лев. Да подожди, блин, стреляет меня. Работа лучше. У меня больше нет ракет. 6%, офигеть. 5. Все нормально будет, Тёма, не волнуйся. На те 2%. Спасибо. Воу. Поломал. Меня поломал. О. Что-то ему, короче. Какой напряженный мужчина. Зазлили его. Ужас какой-то просто. Так, он зарядился. Так, как нам ее спустить пониже? Это возможно вообще? Знаю. Что-то... мне что-то оторвало опять. Тихо. Ну, по крайней мере, тут безопасность, я думаю. Ну, конечно. Сейчас такой перешагнул. А что вы тут делаете? Капец, он тебя по руке унесло. Теперь... Капец, не злой. Ракеты, ура. Ракеты. Есть еще подлечиться? Ракеты кончились. Сдох, нет? Я упал. Я просто больно упал ногой вниз. Больно упал. У меня 7%. Ну давай как-нибудь пока держись, там не вылезай. Так не работает. Это произошло, не пойму. Ну просто вообще слов нет. Ну как ты это устроил вообще? Ну круто, круто, согласен. Круто. А, так это круто, знаешь. А что нет, разве? Так эпично сдохнут. Да я подобать, я опять упал. Хорошо.
Тёма там уже беспределит что-то. Нормально. Нормально. Хорошо. Отлично. А! Там как, живой вообще? Костюня? Вообще да. Сейчас не очень. 7-5. О, у меня опять что-то. 5, 4, 3. Фу-фу-фу-фу. 3 хп. Нормально. А, я застрял. Все ясно. Он застрял. Мой живот. Надо тебе подальше держаться. Да. Взрывной характер. Просто... И теперь я сам себя взорву. Вот, а ты говоришь. 14 хп. Не вылезай, Тёма, не вылезай. Ракета летит туда, где точка. Когда ты точку наводишь на стену поблизости с собой, ты взрываешь. Я знаю, я... Нет. Воу, воу! Он все сломал. 3 хп. 1 хп. Ты возродишься сегодня? Нет. Я уже давно. Все, я мертв. Капец, зачем он такой больной-то? Ты же убить меня. На, поломали его, да? В прошлый раз мы гораздо сильнее его поломали. Да ну да. На, получи. На, получи. На, получи. Слабак. Хорошо. Ченко-то неубиваемый. Тебе не убить меня, говорит. Да капец. Сдох. Не. О, вот такая пенса. Просто избиение какое-то пошло. У меня 3 хп. 0 хп. Да, рыбак. Он займется тобой. У него уже искры летят, короче. Ему очень плохо. Что-то мы так успокоились. Ждем тебя. Да. И он такой ждет, типа. Все, я тут. Продолжаем, парни. Вот, молодец. Молодец. Вот это поступок. Терпеть вот это, бля, издевательство над обычными русскими. Не ты первый, не ты последний. Получи, Вася. А, там надо было спрыгнуть, ладно. Ты мой геморрой? Ого. Не знаю. Я тоже не хочу знать. Ничего не было, короче. Капец, я прочитал. Заходи уже на поезд, да? На поезд, так на поезд, чё? Уйди отсюда, окровавленная морда. А тебя такая же, вообще, на поезд Харьков. Да, мы сумели, Алекс. А чё мы сумели, Алекс? Мы сумели, Алекс. Так мы сумели? Так мы Алекс? Or not. Or did it? Yes. О, они бегут. Пока. Пишите письма. Хорватия говно. Хорватия говно. Цитадель это взорвется как-нибудь, нет? Нет. Черт. По-моему, ты сглазил. Ну пора уже. Ого, это что такое? О, бэк. Трансляция началась. Господи, мы попали на трансляцию. Воу. И тут оно, я стою на месте, тупо без поезда. Ты никуда не едешь сегодня. Какого черта? Я хочу уехать. А что ты за капсулы? А вот теперь я с тобой. Летят, это эти, да? Да, это советники улетают. Сволочи вонючие. Им не нравится то, что происходит. Ну, конечно, кому понравится. Как мы с вашей цитаделью? Понравилось, нет? О, все. Ого. Это эпик. Мы все сломали. Гордон! Гордоны. Ого. У меня какая-то... Минус 26, минус 44. В минусах. Ну, короче говоря, вот так заканчивается первый эпизод. Он коротенький вообще, пипец. Зато эпичненький такой. Надо признаться. Да, мне очень понравилось.
Ну, короче говоря, увидимся во втором эпизоде. Там уже будет посерьезнее. Вообще, второй эпизод, по-моему, самое лучшее, что выходило с Half-Fi. Да? Со времен, наверное, первой Half-Fi, потому что мне нравится больше, чем оригинальный Half-Fi даже. И он длинный такой, главное. Вот. Так что... Я в поезде уже. Это второй эпизод начался? Не знаю. Сейчас посмотрим. Да, похоже на то. Да, эпизод 2, Outland 01. Че говоришь? Мы говорим, в плохом месте очень. Ну, вот так начинается, короче, второй эпизод. И здесь, как ты видишь... Все очень плохо. Все очень плохо. Увидимся в следующей серии и продолжим выбираться. С вами были мы. Все, мы. Пока. Мы были с вами. Всем пока.